играют они по схеме 4-3-3, ворота под 96-м номером. Расположен сейчас Басканца Алурбай, зачем слева направо 95-й Данил Цой, пара центральных резервов 48-й Илья Демин, 5-й Самат Мажит и 88-й Ураса Илубаев. Линия полузащиты, 3 центральных полузащитника, 77-й Нурадил Сериков, 14-й Диас Усенов. Усинов, прошу прощения, и 8-й Ибрагим Дадай. Нападение слева на фланге под 17-й Султан Шамрхан. 19-й нужно менять и ротировать на любой позиции. А вот здесь хороший момент возникает. У СДФМ и попытка дальнего удара. Великолеп. Рынский прорывается по правому флангу. Передача в штрафную зону. Неточная передача. А вот здесь можно пробивать. Хороший удар. Это гол! 7-я минута матча. Великолепный удар из-за предела штрафной зоны. Но гол, как минимум, будет претендовать на гол тут. Нередко мы здесь будем с вами наблюдать за каким-то все-таки моментами. Здесь хороший момент у Карыша Стара. Пробивает у нас Мрынский. Но как же не забивает. Цой, Цой хорошо проходит. Дальше продлевать передача. Удар мимо ворот. А момент хороший. Момент таки хороший. Вот только я начал говорить о том, что с ДФМ работали опасный штрафный удар. Астанинские футболисты. Но давайте мы смотрим, как они реализуют или не реализуют. Удар! Это сейф от Мендгалиева. Рикошет, мяч в штрафной зоне. Карата. Еще один удар. Мяч выше ворот пролетает. На этот раз Диас Усенов пробил выше ворот, но при этом получил небольшое повреждение. Но его, как я видел, сделать. Бакиров. Передача вперед, выход 1-1, но где же удар, где же удар, а нет удара, ну как же так, хороший был момент у Ибрагима Дадаева, пытался он найти для себя более лучшую, выйти из обороны в атаку, но ошибаются, и Кайрат сейчас может воспользоваться этой ошибкой, передача на Саитова, Саитов удар, и 2-0, Аруб Саутов, 32-я минута матча. Великолепный удар. Здесь мяч на правом фланге. Атакуют игроки из The Family. Передача, удар. Сейф от Мендгалиева. Можно давать налево. Великолепная проникающая передача. Прострел. Где же игроки в белом? Удар. Отбивает Мендгалиев. А вот он пожар в штрафной зоне алматинского Кайрата. Бакиров. Бакиров. Потерял мяч, но пытался до конца. Уже что же, рикошет, удар и очередной. Из раза в раз, вот за последние 5 минут это было уже раза 3. Ну, Валгушев, Валгушев, хорошая проникающая передача. Выход 1-1, нужно пробивать удар, сейф от Саурбая. А сейчас выход 3-2, 3-2 из момента у СД Фэмили. Ну что ж за передача была у Бакирова, я же сам растерялся. Был хороший момент сейчас, Быков. Единственное, наверное, такое, помимо голевых моментов, что же творится у ворот СД Фэмили, и счет становится 0-3. Но вы ж только посмотрите, 48-я минута матча. И Мрынский забивает гол. Провал. Вот это пасы, штрафной удар, будет, конечно же, передача в штрафную зону. Это что, 4-0? 4-0. 50-я минута матча. Но это уже разгром. Здесь вопрос, это Абдрахманов забил? А вот ошибка, ошибка от игроков SD Family. Удар и что, нет пятого мяча, отбивается футболист SD Family, но все же нет, 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 не забивает Кайрат. Ряется Ахаев, Ахаев передача в штрафную зону, но где же удар? Сейчас нужно пробивать удар, и счет становится 1-4. Сумели все-таки отыграться астанинцы, это гол забил Ше. Еще также это была третья замена, все-таки это не подвело зрение. И вот еще хорошая передача, удары 2-4, счет становится 60-й минута матча. Бакиров дубль оформляет. Вот она импульс, вот он тот. Подхватывает мяч Исраилов. Исраилов на левом фланге, смещается в штрафную зону. Хорошая передача, сейчас можно пробивать. Нет, еще одна передача, удар, еще становится 2-5. Это хет-трик. Хет-трик оформляет Рамазан Багдад. Багдад перехватывает мяч. Передача в штрафную зону. Удар. И здесь уже спасает ворота Алмазхан Саурбай. И угловой зарабатывает алматинский Кайва. Ну что ж за провал это в обороне СД Фэмили? Ну что это такое? Это 2-6. Это 2-6. Но здесь уже какие вопросы могут быть к Кайрату? И я даже не знаю, как вот реагировать, то ли Берген Дадаханову.
за разговоры. Тадаханов. Дальний удар! Это гол! 3-6. 87-я минута матча. Чудо-гол. Чудо-гол 22-го номера. Вот если я говорил, что должен гол Рамазана Багдата именно первым, если мы... Но все же Бекары Самангельдин дает свисток об окончании нашего поединка. Великолепная игра. Счет 3-6. Да, статистика общего матча на плюс-минус одинакова, но все же Кайрат Жастар показали уровень. Напомню, Рамазан Багдат оформил в этом матче хет-трик. Также мячами отметились Саутов на 32-й минуте матча, Мрынский Александр на 24-й и на 72-й минуте матча уже голом отметится Ануар Толиберген в составе Кайрата. Ну а за СДФМ дубль оформил Шадман Бакиров. И одним голом отметился Артур Дадаханов на 87-й минуте матча. Ну а там будем с вами прощаться. Для вас эту игру комментировал я, Руслан Быков. Всего доброго, еще услышимся.